Я нахожусь у стен Покровского монастыря. Вон там вот прямо небольшой дом, такая арочка, это центральный вход. Ну, вот я захожу обычно оттуда, откуда я захожу. То есть это с улицы, вот оттуда. Вот тут вот справа находится гостиница для паломников. Да и просто, наверное, очень такая красивая. По-моему, она называется Покровская. Вот это здание гостиницы. Сейчас буду заходить в монастырь. Ты зашла в Покровский монастырь. Вот здесь справа церковная лавка. И вот, собственно говоря, очередь к иконе. Икона находится на улице. А мощи находятся вот в этом храме, вход с другой стороны. Вон там очередь к мощам. Конечно, в это время уже людей очень много, сюда лучше приходить либо рано утром, либо к концу дня. Очень красивая сирень здесь. Очень красиво все утопает в сирени. Сирень белая, махровая, сиреневая, какая бордовая. Это вход в храм, но не там, где находятся мощи. Здесь есть просто икона Матронушки, можно купить свечи, заказать там службу или записки подать. А вот очередь стоит в тот храм, где находятся мощи. Очень все красиво цветет. Очень. Вот они, мне кажется, разного цвета. Вот это здание, вот слева за цветами, это источник. Там можно набрать водички попить, с собой взять или просто попить на месте водички. И также там монастырская выпечка продается. Здесь есть детская площадка. Очень хороший садовник в монастыре. Очень все красиво благоустроено. Очень все красиво, благоустроено. Вот вход в тот храм, где мощи
матушки-матронушки. И вот икона. Пойду я оставлю записку.